Намасте. Ну что, у нас... Так, одну минуточку, сейчас я... Поставлю. У нас подходит к завершению пятый день. Шестой, да? Посчитаете? А, у вас на холодильнике написано. Так, шестой. Это ж так время быстро летит. Уже шестой день прошел. Ага. Шестой, да? Это вам осталось седьмой, восьмой, девятый. Ну, десятый, он уже такой немножко будет на расслабление день, то есть там больше будет отдыха и постепенное вхождение. То есть у вас остается полных, ну, таких вот 3 дня. 3 дня, да? То есть на 10-й день будем выходить, всплывать. Мы же погружались, а теперь, значит, будем обратно плыть, да? Шестой. Ну вот, да, после где-то 4-5 дня уже все быстро идет. Почему? Потому что оно же все однообразно. Как бы завтрак, вернее, пробуждение, две медитации, завтрак, потом опять там отдых, медитация, потом обед, потом после обеда еще там две медитации, потом ужин, потом встреча с Рамой, и потом еще какая-то небольшая медитация и спать. Сюда, и вот за этой цикличностью она уже перестает так замечаться. И вот вы тоже обращаете на это внимание, что теряется ощущение времени. И это тоже очень такой важный момент, потому что вот это вот большое количество медитаций, оно погружает вас вот эту безвременность. Это вот, представляете, вот помните же, да, иногда в практике сидите там, ну, в обычной жизни, и там вот 10 минут или 20 минут осталось сидеть, и вот они тянутся долго. Вы посмотрели, там 18 минут осталось, посмотрели, 15 минут осталось, посмотрели, 14 минут, а тут же вы часами сидите. То есть это не то, что там 14 минут, у вас час, 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 час. И вы постоянно находитесь в медитации. Медитации. Ну и вот, конечно, сейчас самое время также обращать внимание на главное условие освобождения. Это эти не то, что неверие, а знание, знание, что внешняя реальность, она является иллюзорной. Это относительная реальность, которая является понятиями, которым мы очень долго учились, и мы даже себе не отдаем отчет обычной жизни, что мы живем в этой относительной понятийной реальности, и это очень сильно в нас. Смотрите, я вам скажу, небо, и у вас сразу представилось, что это такое небо, да? Но его же нигде нету. Но и мы такими понятиями можем жить. И до чего мы дошли этими понятиями? Одиночество.
И все, нам достаточно этого. И мы же уже настолько верим в эти понятия. Но это же как небо. Вот я сейчас говорю, небо, у вас небо, но его же нету. Одиночество. У вас одиночество какое-то нарисовалось, но его же нету в реальности. Но давайте ниже пойдем. Одиночество — это экзистенциальный страх, а несправедливость. И у вас тоже свое небо нарисовалось, но это же только понятие, а его же нету на самом деле. Но мы настолько погружены в этот мир относительной реальности, реальности понятий, понятий, концепций. И прямо сейчас в течение оставшегося времени вы очень ясно осознавайте, разницу между относительной и абсолютной реальностью. Это тема нашего прошлогоднего, 2 года у нас эта тема висела. Абсолютная и относительная реальность. Ведь абсолютная реальность — это и есть вот этот момент сейчас. Это то, что реально. Это то, что видит все. Это то, из чего думается все. Но оно не затрагиваемо ничем. И все остальное, и в том числе само страдание, это относительная реальность, концептуальная. Которая нереальна. Ее нету. И эго, оно нереально. И вот сейчас, когда вы поработали с телом, с эмоциями, поплакали, значит, напринимались, но теперь как бы очнитесь. Но это вот такой хороший пример про то, как мы живем в относительной реальности. Ведь мы же точно знаем, что связь должна быть и должен происходить разговор. И в тот момент, когда связь неожиданно обрывается, ум в недоумении. Как это так? Значит, связь должна быть. И в этот самый момент мы всегда встречаемся с этим конфликтом, что мы думаем, что концептуальная реальность, она подлежит нашему контролю. Вот концептуальная реальность, она относительная реальность, она нас так убаюкивает, потому что на самом деле определенные вещи мы действительно можем контролировать, мы научились контролировать. И знаете, вот когда говорят, что вообще ничего не подлежит моему контролю, я немного не согласен с этим, потому что у нас есть парасимпатическая и симпатическая нервная система. Вегетативная нервная система, она
отвечает за то, чем мы не можем управлять. Это сердцебиение, тонус гладкой мускулатуры, тургор кожи, допустим, да? Это мы не можем управлять, но определенная часть нервной системы, она отвечает за то, что мы можем управлять. И посмотрите, мы научились управлять физиологическими процессами, ну, это ходить в туалет, да? То есть даже если вы сильно-сильно хотите, вы какое-то время этим процессом можете управлять. Но достигнув только определенного критического момента, он становится неуправляемым, да? Но тем не менее, в рамках вот этой неуправляемости все-таки мы растянули некоторый момент, вот, что мы некоторые вещи можем управлять. Но более того, посмотрите, вот сейчас у нас вот это свое дело, игра дистанционная. Там есть такой момент, что мы все-таки в состоянии осознанности мы имеем возможность выбора. Состояние осознанности. Потому что, смотрите, в бессознательном состоянии мы что делаем? Мы просто взяли и сожрали это все. И даже ничего и не подумали. Ну, то есть у нас даже съели, во-первых, много, во-вторых, вредное, в-третьих, плохо жевали, в-четвертых, даже и не заметили вкуса. А вот смотрите, что делает осознанность. А осознанность, она дает вам выбор. Осознанность дает вам выбор. Либо ты сейчас это кушаешь, но ты же знаешь, что это вредное. И вот осознанность, она за счет вот этого вот, вот этой паузы и понимания, она дает вам возможность выбрать, вот кушать это или не кушать. Я вот позавчера на улице купил жареные вот на этом масле. Ну, там что-то, видимо, как кукуруза. И они вот так вот его в такие, как котлетки, и жарят на этом масле. Но я, конечно, смотрю масло. Сколько они, когда они его вообще последний раз меняли и так далее. И ну, один раз немного можно съесть. Но в следующий раз я прохожу, и я уже я вижу это масло, я осознаю, я в состоянии осознанности. Я решаю не покупать. Вот мне хотелось, я купил там немножечко, я попробовал. Все-таки хотелось есть. А вот это желание было. И даже то, что оно там на этом, может быть, вредном масле, но я не действовал вот из этого страха, что нельзя, и вот знаете, как этот, вот в каком-то невротическом таком, что все, надо, значит, быть стерильным. Значит, ну, я позволил себе, хотелось, немножечко съел, утолил, и в следующий раз я прохожу спокойно. У меня нету ни желаний, у меня есть понимание, у меня есть выбор. Вот в следующий раз я выбираю не покупать больше на улице вот, вот этих вещей и совершенно свободно, спокойно прохожу мимо. Но я помню времена, когда моей осознанности не хватало на этот уровень, сегмент реальности. Я и второй раз ходил, покупал и ел. И третий раз ходил, покупал и ел. И четвертый раз ходил и покупал и ел.
То есть у меня осознанности не хватало на это. Там, моей осознанности хватало только на то, чтобы сидеть в медитациях и работать со своими какими-то этими вещами. Да? Но смотрите, за счет осознанности я выбираю, что делать. Да? И за счет чего я могу выбрать? За счет той паузы, которую создает осознанность. Паузу между восприятием и реакцией. Осознанность, она действительно создает вот эту паузу между восприятием и реакцией на воспринимаемое. И вот осознанность, она способна менять реакцию на воспринимаемое. И, по сути, любые концептуальные мысли, мы же мыслим концепциями, они в конечном итоге, когда они приходят к вам в голову, если вы в состоянии осознанности, то вы тоже можете выбирать реакцию на эти мысли концептуальные. Но это действительно так. Это действительно, вот если вы за собой понаблюдаете, ведь у вас же, когда вы осознаны, у вас появляется момент выбора, которого раньше, когда вы были бессознательны, у вас не было. Помните, когда вы осознаны, вы видите, что, допустим, мама, ну или папа, или дочь, вызывает у вас агрессию. Ну, к примеру, да? И раньше, когда не было осознанности, эта агрессия сразу выливалась в реакцию действия. Но теперь, когда вы осознаны, у вас же в паузу осознанности вдруг вспоминается, что причиной того, что я испытываю сейчас гнев, может быть, являюсь я сам. И это опять мое желание контролировать мир. То есть вы в момент осознанности теперь успеваете, опять же, этим концептуальным умом понимать ситуацию по-другому теперь. И помните вот это наше правило обтекать? Это же тоже выбор обтекать, это он происходит только благодаря осознанности, что вы в этот момент осознаны, и вы понимаете, что вы уже, как бы вот ваш опыт, он дает вам понимание, что вот эти реакции, они ни к чему хорошему уже не приводят, вы уже наделали это много тысяч раз. И в момент, когда происходит очередная провокация, ситуация, ваша осознанность позволяет вам выбирать, как действовать. Именно выбирать, как действовать. Поэтому, когда говорят, что вы ничего не можете выбирать. Вы полностью все делает сознание, но ведь вы как эго, вы тоже часть сознания. И когда вы совершаете тот или иной выбор, то это вот в этом случае считается, что вашу способность осознавать и останавливаться делает то же сознание. Но здесь очень тонкий вопрос относительно ответственности. Потому что, понимаете, когда вы понимаете, что у вас есть выбор в состоянии осознанности, как поступать, у вас появляется ответственность. Ответственность за то, что вы можете есть, ну, к примеру, я про себя
вот эту вот, вот эти вот жареные на каком-то масле, значит, похожие на котлеты из гороха штуки. И потом, значит, иметь определенные проблемы. А можете не иметь. Но однозначно вам нужно понимать, что осознанность, она всегда дает вам возможность выбора. В состоянии осознанности вы не робот, вы не марионетка. Вы всегда выбираете и берете ответственность за свой выбор. Да? И, соответственно, конечно, я, допустим, когда понимал, что если я съем вот этого, ну, из жареного на таком масле, я понимал ответственность, но я ее взял на себя. Я так сообразил, что при таком питании, которым я сейчас питаюсь, что в основном фрукты, ну, вот эта небольшая порция, она выветрится, в принципе, очистится там какими-то, ну, питаниями там вот этой кашей какой-то там, которую я ем постоянно и так далее. То есть, ну, в принципе, это не настолько. То есть, и я взял ответственность. То есть, понимаете, вот это постоянно ответственность. То есть ответственность. И когда вы всегда чувствуете и 100% берете ответственность за любое свое действие в состоянии осознанности, у вас тогда не возникает потом что? Страдание. Ах, за что это мне все? Почему это все выпало мне? Я только 1, 2, 3, 5 раз я всего их ела. А вон Миша из соседнего двора ест каждый день, и у него все нормально. Да? То есть вот эта вот фишка, что когда вы в состоянии осознанности, делая выбор, этот выбор делается с ответственностью, вы принимаете условия этой игры. И когда вы делаете этот выбор и совершаете определенное действие, у вас потом не возникает поэтому страдания на то, что происходит дальше. Вы к этому были готовы изначально. Но это такое мудрствование. Прямо сейчас вы тоже имеете выбор. Вы же имеете выбор безупречно работать или мухлевать. Дать возможность себе расслабиться, да? Хотя перед вами же условия четко и ясно поставлены, что, ну, если хотите, дома будете отдыхать, потому что сейчас у вас просто цейтнот времени, только входя там с 4 по 9 день при интенсивной работе, может что-то волшебное произойти. Но если не делать этой интенсивной работы, это тоже ваш выбор. Да? И вот этот ваш выбор, либо сейчас, значит, безупречно, потому что вот именно сейчас настал момент, когда нужно безупречно. И вы знаете, я вот иногда у меня такое мышление, вот я иногда вижу, как ставят рекорды спортсмены. Я вот, ну, вот там, к примеру, быстро пробежал. Или там вот в фигурном катании они делают 4 оборота. Просто это действительно очень непросто сделать. И я думаю, вот я сейчас прыгну в 4 оборота, и я приму вот эту несправедливость. То есть и прямо вот сейчас я это сделаю. И прямо я сейчас поставлю этот рекорд. И, значит, сажусь в практику, и максимально, насколько вот есть безупречности, ну, делаю мировой рекорд для себя. И вот такая внутренняя самомотивация, что ведь дальше идти глубже. И точно так же вот на таких ретритах я себе тоже создавал вот такую мотивацию. Прямо сейчас я же имею ответственность. И это вот особенно тем, кто уже побывал в Южной Америке, вот, допустим, Жемчуг. Тоже есть выбор. Либо сейчас безупречно сидеть
И, собственно говоря, в очень комфортных условиях ничто тебе. Либо потом все равно придется, значит, все же это переживать, но только в более обостренных условиях. И вот осознанность. И когда в момент, когда ум там начинает ныть, не могу уже сидеть, значит, или вот прямо замечаешь, как он сдается, он не хочет работать. Вот в момент, когда ты не можешь сидеть, и ты хочешь уже шевелиться, там что-то, а ты говоришь, нет, безупречно, я наблюдаю, я не вмешаюсь сейчас, ни за что я не вмешаюсь в это. Я не вмешаюсь, я буду наблюдать. И я беру ответственность, потому что я понимаю, что это мне нужно. И я понимаю, что если я не вмешаюсь и пронаблюдаю, я пройду глубже. Вот здесь, в безопасных условиях, вот здесь вот. Не под кнутом онкологического заболевания или не под давлением там какой-то, значит, аварии или ЧП, или какого-то краха жизненного, да, а под давлением осознанности, под давлением понимания и ответственности, что вот я сейчас беру ответственность, и я вот здесь вот, я могу либо туда, но я же могу туда глубже, значит, я выбираю это. Но такая ответственность зависит от вашей личной силы, то есть осознанности. Осознанности, потому что вот эта осознанность, она как бы вносит вот такую ясность, что вот, допустим, иногда я же замечаю, что я, например, двигаюсь мало в течение дня, потому что в основном работа сидячая у компьютера, и, соответственно, возраст уже перешел в фазу замедленного обмена. Ну и, соответственно, есть все-таки нужно меньше объема. Я понимаю, иногда осознанно я делаю выбор. Вот когда хочется есть, я пью воду. Ну, и тем самым заполняю желудок, да? Но я это осознанно делаю. Я беру ответственность, и мне личная сила позволяет не, значит, все-таки не поддаться вот этой слабости желудка и вот наесться, да? А выпить воды и поесть все-таки, ну, в обед, когда подходит время, да? И это все осознанность делает. Это осознанность, то есть вот как это все действия, это идут из осознанности. И осознанность — это ваша сила управлять своей жизнью. Управлять то, что с вами происходит. Это осознанность. Но если ее недостаточно, значит, побеждает что? Реакция. То есть раз, и вы сидите уже. И быстро так. Все, никакой осознанности. Все, а теперь осознанно. Но это значит, пока недостаток личной силы. Я вот вам определенно говорю, что такие ретриты, вы, вот на следующем ретрите вы будете динамику видеть, как повышается резко уровень осознанности, как повышается личная сила. То, что вы раньше не могли замечать, вы начинаете замечать. Начинаете выслеживать вот те состояния пусковые, которые раньше вы просто с ними отождествлялись и их воспроизводили реакциями. Но теперь, когда вот ваша осознанность, а вы же сейчас непрерывную практику делаете, то, что вы делаете, это вы увеличиваете осознанность, вы увеличиваете личную силу. И, соответственно, вы меняете, вот что, это же осознанность говорит вам, иди в свой страх. Да, и
к примеру, вот там у нас один игрок играет сейчас, психологический центр, вот страх ему говорит, да никуда тебе ничего не надо, сиди уже, ты уже так, в принципе, все имеешь, не рыпайся никуда. Но осознанность ей позволяет конфронтировать с этим. Говорит, нет, а мы хотя бы попробуем. Да, и уж если не получится, тогда она нет и суда нет. Вот. И это опять же все осознанно сделает. Это не что-то как-то, почему-то там, а это осознанность. Это вот та сила, за которой мы с вами охотимся. И видите, вот, к примеру, победить болезнь, хроническую болезнь, повернуть вспять, сделать ну, максимально что-то, это тоже осознанность делает. Она же заставляет делать определенные мероприятия. И в этой реальности, понимаете, вот есть же такие направления, где люди, ну, которые ведут за собой, вот Дикуль, у него же был перелом позвоночника, но вообще такие люди не должны как бы, ну, двигаться так, как двигается он. Или, к примеру, знаете, вот эти великие спортсмены, у которых травмы несовместимые там, с обычной жизнью, а они восстанавливались и побеждали потом. Побеждали. Это же, ну вот вы даже обычно порежете пальчик, там столько боли, столько разочарования, столько некомфортности, да? А там ломались суставы, связки. И они в очень короткие сроки восстанавливались и совершали чудеса, потому что врачи, ну, очень часто же это можно встретить, вот в биографиях сейчас все это доступно, что спортсмен делал какие-то невероятные вещи, что он восстановился и мог в прошлом сломанной ноге делать какие-то вещи, которые, в принципе, после такого перелома человек должен просто хотя бы ходить. Хотя бы ходить. А он делал ну, там, какие-то суперсложные вещи. Да? Поэтому вообще все возможно. Вот то, куда вы свое внимание направите, а внимание направляет осознанность. Осознанность. Я, знаете, я уже давно заметил, вот, в принципе, как бы я ходил в спортивный зал с института. Ну, и периодически, к примеру, я не ходил никуда и много ел. Ну, к примеру, да? И вот я ясно видел, что, ну, когда ты делаешь определенные усилия, ну, вот есть вот какой-то стимул, там энергетика, что-то. Ну, у тебя появляется такое тело, значит, что оно рельефное, оно подтягивается, значит, ты выглядишь в целом хорошо, но ты прилагаешь при этом усилия определенные. И вот были моменты в жизни, когда не прилагал никаких усилий, опускался, значит, тело ну, просто разрыхлялось как-то, и становилось таким неподтянутым, скажем, да. И потом я снова через какое-то время начинал заниматься, да, и снова выходило вот... И потом я видел вообще людей, которые постоянно занимаются. Ну, вот даже, допустим, взять тех же, кто йогу преподает. Вот сейчас, сегодня опять я встречал ребят, вот этих учителей, которые йогу преподают. Ну, они оба такие подтянутые, и она, и он. А, вот. Я потом понимал, что вот я вот ясно видел, что у меня есть выбор либо вот быть таким неподтянутым и жить, ну и вот, либо немного тратить усилия на это, но иметь вот такое и жить так. И вот я понимал, что как ни крути, но все-таки лучше жить с подтянутым телом. Это мой опыт жизни показал. И нужно тратить на это время, усилия. И лучше быть с подтянутым телом и тратить на это, чем не тратить и иметь неподтянутое тело, и иметь неудовлетворенность. Но жить приходится и в том, и в другом варианте эту жизнь.
Но все-таки вот в этом варианте жизнь, она, где ты все-таки прилагал усилия, жизнь, она протекает, ну, даже физиологически она как-то лучше протекает. И вот это же тоже вот моменты такие осознанности, осознанность, то есть вот это понимание. Осознанность дает вам способность размышлять, думать. Вот опять же, что такое рефлекс? Рефлекс, такой вот спонтанный рефлекс, когда человек на реакции. Такой рефлекс не проходит через кору головного мозга. И поэтому, как вот розетка током ударила, рука дернулась. То есть рефлекс прошел через спинной мозг. Человек ничего не успел подумать, он сразу отдернул руку. Но вот то в жизни, когда, помните, вы вот писали в отчетах, реагировали, что там вот стимул, реакция, наорались, накричались. То есть у вас тоже рефлекс шел, минуя осознание, минуя головной мозг. Он шел у вас через спинной мозг. Значит, и поэтому вы не отдавали себе отчета в том, что происходит. Но вообще вся наша жизнь, она состоит из перевода вот всех таких рефлексов на уровень сознания. И вот все, что мы делаем с вами, вот эти симптомы наши, вот эти вот ощущения, мы что делаем? Мы переводим на уровень осознания, осознанности. Осознанность все-таки это размышление. Не просто так же все-таки подобрали самое ближайшее из самых неподходящих слов. Это же не точный перевод английский «медитация». Медитация переводится, медитацию переводится «размышление». Но как бы медитация на санскрите, она по-другому имеет, другое имеет значение, нежели размышление, да? Но все-таки близкое вот к этой осознанности — это наша способность думать, размышлять осознанно, быть осознанными. Это необходимая составляющая жизни в социуме. И поэтому вот обратите на это внимание, что когда вы осознанные, вы всегда принимаете решение на основе трезвых размышлений все-таки. То есть концептуально вы все равно, у вас проходит определенное взвешивание. И когда вы осознанны, всегда берете ответственность за то решение, которое вы принимаете, когда вы осознанны. Все страдания и все, что вызывает эти страдания, происходит именно когда мы бессознательны. Но вот, вот этот вот уровень осознанности, вот, допустим, смотрите, когда вы осознанно, ну, к примеру, проспали, и вы осознанно позволили себе уменьшить количество времени медитации. И, допустим, если вы вечером поздно легли, ну, всякое же в жизни бывает, да? Не бывает так, что вот у нас все по расписанию. И вообще расписание, оно нужно только для развития самодисциплины, только для обретения личной силы. И когда... только для повышения вот этой осознанности. Но когда ваша осознанность доходит до определенного пика, то вы понимаете, что расписание, оно только вам прислуживает, но не является вашим боссом. Да? И вы понимаете, что да, вы сейчас осознанно принимаете решение не вставать, не идти медитировать, а медитировать лежа вот в таком состоянии. И может быть, в перерывах там со сном, но как бы продолжать быть осознанным, медитировать, и там уж как получится. Где-то вы выспитесь, где-то вы помедитируете. И вы принимаете это решение осознанно. Но если человек бессознательно, он либо засыпает, не принимая осознанного решения, а потом винит себе, вот, я сегодня не медитировал, там, и так далее, да? Либо он бессознательно встает и идет медитировать,
только потому, что так надо. И тоже ничего хорошего из этого не получается. Да? То есть вот все-таки это осознанность. Осознанность. И на основе понимания, что ты делаешь. Потому что эта реальность, она вся концептуальная. Она вся концептуальна. Она состоит из набора понятий, как хорошо и как плохо. И нету такого универсального правила, как хорошо. Потому что вот концептуальность хорошо и плохо, она все время играет. И, допустим, в какой-то момент это будет очень плохо, если вы встанете и пойдете медитировать, но вы хотите на самом деле спать, ваше тело истощено и так далее. То есть это концептуально в этот момент вам нужно просто быть осознанными, тогда включится понимание, как нужно сделать правильно в этой ситуации. Но вот именно за счет осознанности. И эту осознанность нужно почувствовать, что такое осознанность и как эта осознанность дает вам постоянную ориентировку в пространстве. Ведь тоже в определенных ситуациях нужно доверять ситуации и сдаться. И идти к течению, да? Но это же не всегда. Вы же не можете универсально сделать это правилом своей жизни. В определенной ситуации нужно прилагать усилия, и осознанность вам тоже даст вот это понимание. И прямо сейчас, во время ретрита, вот вы замечаете, что вы осознанно, видите, это тоже продукт вашей осознанности, что, во-первых, вы осознанно приехали на этот ретрит, то есть вы выбрали участие в этом ретрите, да? Но игра продолжается. Вы знаете, вот то, что там вчера сказали, что только лебедь кивала там и так далее, вообще-то это для вас должно быть сейчас на данном этапе для каждого, что вот в какой-то момент все-таки идет, понимаете, мы не можем на 100% работать на самом деле. Ну, у нас же есть определенное сопротивление, просто вы, видимо, этого не замечаете за собой. Да? Это тоже опять определенный момент осознанности, личной силы. Но на самом деле сейчас у вас есть, у каждого определенная небезупречность в чем-то. И вот за счет этой осознанности, эту небезупречность, конечно, нужно заметить сначала. Вот в чем вы небезупречны. Допустим, если бы мне задали вопрос, ну вот где ты киваешь, я бы вот сразу нашел. Я бы не говорил, нет, вы знаете, я не киваю, я тут можно сказать. Я, потому что себя наблюдаю, я знаю сразу, где у меня есть слабые места. Я бы сразу для себя понял, так, да, вот здесь вот я могу прибавить. Да? Поэтому вот именно для этого я задавал вопросы. Не для того, чтобы вы передо мной сказали, да я можно сказать, все правильно делаю. Я не для этого задавал вопросы, а для того, чтобы вы увидели, где вы можете прибавить на ретрите. Через что вы можете прибавить. Да? И вот давайте сегодня шестой день. Ну, во-первых, обратите внимание на вот то, с чего я начал. И очень хорошо, что была пауза, потому что она как бы вам дала возможность тоже немножко поразмышлять, подумать о том, что весь наш мир, он концептуален, относительный. Он состоит только из мыслей, только из понятий. Но мы не можем жить вне этого мира, понятийного мира. Вне понятийного мира мы не можем жить. Даже если человек живет в пещере, он же должен все равно питаться, он будет ходить в магазин куда-то.
он все равно будет соприкасаться с этим понятийным относительным миром. Но даже то, что он сидит в пещере, и то, что он называет пещерой, это уже концептуальный мир, потому что нету никаких пещер в абсолютной реальности. Да? Поэтому от концептуального относительного мира мы никуда не уйдем. И нам не нужно никуда от него бежать. Нам нужно просто знать, что концептуальный мир, он относительный, он иллюзорный. И не относиться к нему как? Ну, серьезно, по сути, получается, да? Вот. И давайте вот сегодня 6-й день, как бы вот эта информационная подзарядка, она немножко, так сказать, окрасит вашу работу немножко в другом ракурсе сейчас вы будете работать. Что... выслеживая свои ощущения, деструктивные эмоции, вы все-таки под ракурсом понимания, что все есть концепции. И мы от них никуда не денемся. Но вспоминайте вот то, с чего мы начали. Небо. Этого нету на самом деле. Помните, униженность, но этого нету на самом деле. И вот так вот играете, да, несправедливость, но этого же нет на самом деле. И вот эта вот информация о том, что такое абсолютная и относительная реальность, она вам позволяет, да, в мире концептуально есть несправедливость. Есть, она обозначена людьми. Вам могут объяснить на пальцах, что такое несправедливость. Но это все концептуально, и это все на самом деле лишь понятийно, и оно только в уме. А ваша задача — отойти от этого. И не знаю, это не значит, что вам нужно все концепции уничтожить. Нет, вам нужно просто отойти, позволяя им быть, но не отождествляться с ними. Вот что вам нужно делать. Вам не нужно весь этот мир концептуальный разрушать. Вам не нужно с ним бороться. Вам нужно позволить ему быть. Помните, как мы говорили, люди не должны так поступать. Люди поступали, поступают и будут так поступать, независимо от вякания вашего вот этого святоши. Люди должны быть добрыми. Люди не должны быть жестокими. Они были жестокие, сейчас проявляют жестокость, прямо сейчас, и будут проявлять жестокость. Но что такое жестокость? Есть ли на самом деле жестокость? Да? И вот таким образом вы начинаете ослаблять. А что такое жестокость? А жестокость — это концепция. Да, а как концепция она может быть. Это можно позволить быть. Пусть это все будет. Но чтобы жить в этом мире, вы должны уметь жонглировать этой концепцией. Жонглировать. Потому что проявленный мир, он концептуален. Это весь относительный мир, он состоит из концепции. Это значит, что означает? Что в определенной ситуации должны уметь быть жестокими. Ну, жестокость — это крайнее проявление, может быть, жесткими. А в определенной ситуации вы должны быть мягкими. Но вы никак не должны быть всегда мягкими и никак не должны быть всегда жесткими. Поэтому тогда, когда у вас возникает отвергли. Что такое отвергли? Это же концепция. Люди вообще-то должны отвергать. А как они друг на друга сядут и как? А это
каким-то образом немножко дистанцироваться, да, что нужно и отвергание, и принятие. Может быть, вопросы у кого-то есть какие-то? Нет вопросов, да? Ну, тогда давайте мы на сегодня с вами остановимся пока на этом. Ну и вот начиная с сегодняшнего, завтрашнего и вот до 9 дня, мы сейчас будем вот больше идти уже на выход к безличному уровню и работать с разотождествлениями, потому что мы все-таки с вами прошли этот уровень грубый каких-то там переживаний, ощущений там, и так далее. Сейчас нужно работать, утончать работу, но тем не менее во время практик вы все время по четырем этажам. Если где-то что-то, но оно уже в меньшей степени, по крайней мере, так должно быть по вот, характеру вот этого ретрита работы. И наблюдайте, насколько концептуальность опутывает вообще все. И вообще все состоит из концепций. Но помните, что концепция – это относительная реальность. Это то, что иллюзорно. Это то, чего на самом деле… Но оно есть только одно мгновение. И почему оно иллюзорно? Потому что оно постоянно изменяется, и никогда нету одного и того же. То есть оно все время другое. Поэтому оно иллюзорно. Оно как бы не настоящее. Потому что в следующий момент – это уже другое.